Приветствую, друзья! С вами вновь Антонина. И сегодня мы хочу вам показать канун крещенских праздников. Мы у храма знаменитого Самарского родника в Ташлах, где проходит освящение воды. И у кого крепкое здоровье, кому позволяет окунуться на крещение, добро пожаловать в Ташлу. А сейчас я вам покажу немножечко храм и родник. Вот, смотрите. Я сегодня специально приехала с моей сестрой Ирой. Вот она гуляет со мной вместе. Мой оператор. И хотим показать, специально приехали, чтобы показать именно Ташлу. Морозно, конечно, 10 градусов, но кто не видел Ташлу, смотрите. Вот так вот, вот выглядит он. В самом храме тоже очень красиво. Мы вот летом приезжали, были здесь. А вот это и православная трапезная, по-моему, я что-то не обратила внимания. Наверное, мы не настолько были голодные. Сейчас увидела. А какой красивый храм. И родник. Сейчас спустимся к роднику. Немножко скользко. Вот у меня тут помощница Ирина меня придерживает. Сапоги скользят. Вот так он выглядит. Надо, наверное, увеличить, немножечко показать. Вот так. Увеличено. Варианте. Там мой супруг сидит в машине, нас ждет. Красивый храм. Кто не был здесь, в Ташлах, показываю, как на сегодняшний день выглядит храм. Беседки красивые, летом посидеть здесь можно даже, отдохнуть, водички попить, искупаться. У них, по-моему, даже здесь гостиница есть, какой-то священник где-то. Я, правда, ну, красиво, очень красиво. Богородица. Подошел мой любимый. Сейчас спустимся, посмотрим, как там. Здесь какие-то обновления были. А, ясенька. Давайте пройдем, посмотрим к ясеньке. Вход в храм. Ой, в этом году я посетила много храмов уже на новогодние праздники. Везде ясельки посмотрела. Ну, такая красота. Такое прям убранство. Ой, ну какая прелесть. Там ангелочки. Хоть и холодно, ветер сегодня. Но мы все равно поехали. Там младенец. Барашки. Очень красиво. Всем понравится. Оп. Красиво. Что говорить? Что?
даже маленько можно увеличить. Если, конечно, видно будет прочитать на уроке. Так вот. Пойдем к роднику. Вот так мне все это нравится. В Рождество и вообще крещение, новогодний праздник. Все равно они как-то у нас с храмами. Без храмов торжество не чувствуется даже. Ощущение праздника. Вот именно когда посещаешь храмы. И пение хоровые. Как тут чистенько убрано. Ой, так красиво. Здесь обновляли. После обновления как-то мы еще не были здесь. Ну, круто, скользко. Вот беседку поставили, да? Вот видишь беседку. Ее, по-моему, не было. Сейчас ближе подойдем. Ирина Михайловна, улыбайтесь. Вас снимает. Красотуля моя. Это моя сестра. Мы всю жизнь с ней вместе. Рядом. По жизни идем вместе. Вот так вот покажу. Наверное, надо подняться. Да, показать беседку. Так, руки замерзли без перчаток. Перчатки не одела. Величие показываю. Так беседка выглядит. Красоту храма вот с этой стороны покажу. Очень красиво. Ели. Тоже к роднику спускаемся. Спускаться, конечно, скользко. Ну, ближе к крещению, наверное, здесь посыпет дорожку. Потому что очень крутой спуск и скользко. Вот он сам родник. Увеличиваем. Так. И сейчас спустимся к роднику. Встречает нас тут Николай Чудотворец. Сейчас я его покажу. Образ Николая Чудотворца встречает всех. Как здесь красиво. Лестницы новые, ступеньки новые здесь. Здесь довольно-таки хорошо преобразили. И с той стороны ступеньки сделали. Было немножечко не так. Беседок много появилось красивых. Даже летом приехать, отдохнуть, посидеть здесь просто замечательно. Жаль, конечно, что мы летом не приехали, не получилось сюда приехать летом. Да не задавались цели. А сегодня вот в канун крещения мы решили самый знаменитый родник Самарской области посмотреть. Это Ташлы. Повторяюсь я, конечно, но для тех, кто не знает, где мы. Это здесь ведра. Ну, сейчас мы зайдем. Покажу я вам сам родник.
Ну, эти, наверное, купили. Здесь, наверное, обливается водой, я так думаю. Сейчас. А, не заперты двери. Пока заперто. Вот здесь открыто, похоже. Будем не вставать. О! Здесь можно даже включить свет. Только подержи дверь, чтобы побольше освещения сюда. Я покажу купель. Вот. Это мы в Ташлых. Журчит. Ага, родник журчит. Вон течет. Сейчас я увеличу. Если видно будет. Вон, видите, струя с левой стороны. Это журчит родник. Вот он как сюда попадает. Ну как здесь чисто, красиво. Вот смотрите, прям просто здорово. Скамейки, раздеваться можно. Ну здесь потом коврики настелят на крещение. Здесь уже раздеваться и обливаться будут. Свет выключи, пожалуйста. Нет. Свет выключи. Я там свет включила. Ну здесь закрыто. Святой Пантелеймон. Наше здоровье здесь укрепляет. А там тоже какие-то помещения. Ну-ка я пройду, покажу. А домик какой красивый. А, ну это здесь основной, главный. Ну там пока закрыто, вот всем покажу. Домик такой чудненький, красивый. И еще туда вот сходим. О, здесь свечи горят. Вот сейчас покажу сначала. Подержи дверь, я покажу в увеличенном виде. Увеличивает так быстро. По-моему, у меня камера замерзла. Вот так. Здесь горят свечи. Красиво, очень красиво, светло, ковшики, ведра. Там вода. Но здесь вода. Надо набирать только с ведром. Так, не достанешь, не попьешь. Ну вот, я вам показала, закрывать, видите? А еще открой дверь, пожалуйста. Я издалека покажу. Вот он как. На свету. Вот он как выглядит. Вот. Вот теперь красиво показал. Все. Можешь закрывать. Вот я вам сегодня показала родник в Ташле. Сама рада, что здесь побывала. И на сегодня очень морозно. У меня так сильно руки замерзли. Пока держу камеру. Но очень красиво. И всем советую, у кого есть автомобиль, приехать. Ташлы. Вот. Обзор родника я всем показала. Но храм красивый. Прям просто... Восторгайся этим храм. Вот. Увеличивай, показывай. Ели. Спускаться скользко, а подниматься-то не скользко. Всем пока. С вами была Антонина. Встретимся в следующем видео. Какое оно будет, я пока даже сама не знаю. Но сегодня мы в Ташлах. Родник я вам показала. Всем пока.